Пошли синтагонку устроим. Так, ну Пошли. чё? Так, это блокнотик надо закрыть. Вторым танком. Да. Ну, малифицы спекайся, хули тебе еще остается. От этих ворот до тех ворот, до портала. Какая гонка? Идите, сейчас надо будет это, меня прохилить. Там гнев небес, дадите всю хуйню. Гайд, как не крутиться вокруг дракончиков по 10 раз. Продам бесплатно. Ой, сейчас зачем? Его убьет. Зачем? Побежали. Зачем вы это сделали? О, они же нежить, офигенно. А я, блядь, стойку забыл сменить, сука. Бежал с зеленой, блядь. Ну да ладно. Так, Мальфицис, будешь танчить со мной, будешь чилить, расколы стакать, чаржиться. Только тело не покидай. После чаржа. Чарж покинуть тело. Тактика за протовара. Главное, на лече тело не покидай. Войд. Чё? Ты готов опять, когда с лича выпадут эти две танковские пухи? Глора сегодня падает, ебать. Две глоры, ну. Две глоры. Одна мне, другая тебе. Конечно. Пошли дракона разъебаем. Вот это иней. Уничтожь этих глупцов. Он же тоже тут корнеется нормально. Чё он? Корнями уж можно, да? Тут не, просто... ну попробуй. В 20 десятке работает, он не взлетает. Ну да. А тут нет. А тут нет, да. Интересно, 0 дамага по рейду, блять, это из-за чего было-то? Засчитывали, что ли? Круто. Да там мимо вроде все было. Супер странно. Я вот тут буду возле колонны, туда в комнату не заходите. Здесь буду держать. Когда босс будет умирать, это, как он называется, будем захиливаться. Можно возле этой. Интересно, так сработает? Так, вот так вот прячемся. Ну и весь работает. Какую чешку я хочу увидеть? Какую вы хотите чешку? РДД, да? Ой, блять, где комплекты мои? А, у меня же сумки все лежат. Захиливайтесь. Берите тотемы, петов. Тогда босс отагрится. Тотемы бьет, наверное, да? А нет. Петов. Так, пьем сапроты здесь. Ресайтесь.
Жрем рыбу, вот стоит. Блять, надо чарки пофармить. Жаль, свойства чарки, они не изучаются, их надо фармить, да? То есть на каждый вид сопротивления или как? Да, да. Можешь на этом купить. На кельдонасе за 60 кельдонасовских маджиков. Ты ебал этот кельдонас. Говно ебаное. Лучше пофармить мобов. Короче, тут тактика очень простая. Вы можете сдохнуть от трех вещей. Первая притяжка, второе глыбы, когда на взлетке кидают 4 бомбы босс. На этой хуйне можете сдохнуть, если будете бланить. И третье, от чего там? Ну, набрать много стаков обморожения, либо много стаков освобожденки и хлопнуть. Ну, так больше нихуя. И самое главное, четвертое, это на последней фазе. На последней фазе будет каждые 15 секунд кидаться на людей глыба. О, бля, сейчас релогнусь, метки забагались. Будет кидаться глыба каждые 15 секунд. И за каждой глыбой нужно скидывать стаки. Еще раз, за каждой глыбой нужно скидывать стаки. Потому что на второй фазе босс каждые 5 секунд из его центра происходит такой магический взрыв. Он вешает на весь рейд стак таинственной энергии. Один стак увеличивает входящий магический урон по вам на 20%. Вы словите 5 стаков, и склеп, который вас полетит, будет не 15 тысяч урона вам наносить, а 30, и вы сдохнете. А если вы сдохнете, то люди не скинут стаки и сдохнут просто от ауры льда, которая 4500 бьет каждые 3 секунды, а под 5 стаками будет бить по 9000, и хилы вас не захилят, и все сдохнут. Танк сдохнет, вы сдохнете, будет вайп. Вот. Поэтому за каждым склепом надо скидывать. И тогда, когда я скажу в сторону, вы отнесете в сторону и добьем босса под герой, когда вам скажут. Все, этот склеп ставится в звездочку. Все склепы на второй фазе ставятся в звездочку. Когда вы будете... босс когда будет взлетать, на 5 человек повешается склеп. Над головой будет такая синяя галочка. Ее нужно спуститься и поставить внизу ступенек. Единственное, что вы должны понимать. Не надо никакие метки, никакие фигуры ставить. Самое главное, что вы должны понимать. Каждая синяя метка должна между собой набрать рейндж 12 метров. Вы не должны стоять вдвоем. Вы будете стоять вдвоем, вы получите двойной урон. Вы можете сдохнуть. Вот. И все люди, которые без меток, должны находиться тоже дальше 15 метров от этих людей с метками. Потому что если вы будете ближе 12 метров находиться, вы заморозитесь в лишний склеп. Вас придется разбивать, и мы вайпанемся, блядь. Сейчас посмотрим, как что вы знаете. Я думаю, все должны эту хуйню понимать. Чек на пул. Самое главное, инсика, не проебать танков, когда мы меняться будем. Все, иду запускать, спускайтесь вниз. Припоты, надеюсь, знаете, когда пить, да? Когда она зависает немножко над этой. Как она сейчас вон активируется? Когда зависает, сейчас скажу вам первый раз, там дальше будете сами. Вот пейте припот. О, заебись. Готовимся, скоро будет притяжка. Кто лагает поближе к боссу, встаем, готовимся отбегать. Сейчас после дыхания отбегаем. Отбегаем. А киса. Сразу вставалку, сразу его захил. 5 галочек над головой спустились вниз. Остальные рейндж от них держим. Похуй, как вы встанете, главное не втроем, не вдвоем. Вообще молодцы, красавчики, красиво. Глыб падает 4, считаем. Ну и самое главное, забыл вам сказать. Склепы не фуловые должны быть, их бить надо, прием. Вторая глыба падает. Дальние. Только не убивать сразу. Вот, звезду поставил, хули не бьете. Третья падает, четвертая будет последняя глыба. Алло. Как слышно? Вы можете бить склепы или нет? РДД, давайте, раздупляйтесь. Такая игра по склепам это хуево. Давайте, вот сейчас фул ДПС по склепам. После склепов только босса играйте. Ладно, пойдет. Ярим. Так.
Викторка, СС по Акисе сразу, да, Акиса повнимательнее. Отбегай. Напомни, обморожение миликом. Максимально сколько можно? 5-6 стаков. На последней фазе лучше не стак. Притом тоже СС сделай, если нету. Потом, может, на кого-то дадим. Притяжка, отбегаем. Синтек, ресы. Бича. Сразу иннер ему. Притон СС по НС кидашь. Ну так сдыхать, как бичи на притяжке, нельзя. Смотрим синие меточки над головой. Спустились вниз. Между собой рейндж и от них рейндж. Вдвоем не бегайте, как гомики, сука. Вперед пробеги или назад, блядь, куда-нибудь. Вот, отлично. Не надо фигуры никакие восстанавливать. Не обязательно все это ровно ставить. Просто наберите рейндж. Хоть квадратом, хоть кругом встаньте. Вторая падает. Вот эту склеп бейте. РДД, блядь, задотайте. Третья падает. Подбейте кружок побольше. И крайнюю еще справа. И четвертая падает, последняя. Бейте кружок больше. Фулл ДПС уже. Фулл ДПС сильнее. Чтобы люди не задохнулись там. Тьми башим. Повнимательнее отбегаем от притяжки, блядь. Хорошо, бомбы никто не ловит. Вообще заебись. Будет третья взлетка, последняя. Аптекарь, да, иннер по инсике. Вадикон по вьюпсиню, да. Остальные пока нормальные. Притяжка, готовимся. После дыхания готовимся. Секунда. Готовимся отбегать, сука. Отбежать всем надо. Готовимся. Вот сейчас будет. Отбегаем. Быстрее, быстрее. Вот, отлично. Даже, кстати, почти успеваем. Даже, походу, сейчас успеете вы перевести. Да, 1% отлетит, нет, не знаю. Успели перевести, готовимся. Милики уже ушли в РДД. Первый склеп в звезду и сразу разбить. Как только скинул, сразу меняешь, ты знаешь всю эту хуйню. Звезду, склеп. Но стресс. Стоишь спокойно, чилишь. Все за каждым склепом скидываем. Когда в сторону, я скажу. Когда Эгеру скажу. Все, только на выживание играете. Разбили. Следующий в звезду. Да. Вижу. Следующий в звезду. Кто там на ком? Бисер подошел. Себе щиток. Стоим ровно, скидываем. Дайте фридом кто-то по войду. Стоим. Не бить склеп. Не бить. Будет притяжка. Не бить. Немножко поддотайте. Вот, стоим, чилим. Подбивайте уже. Когда притяжка закончится, склеп в звезду. И этот, следующий в звезду. На ком там? Свято звезду. И все остальные. Милики ушли оттуда, не заморозьтесь. Ушли, милики. Вот, отлично. Сразу разбить. Все, эту хуйню просто по КД повторяем. Сразу разбить. Следующую звезду. Скинул, меняй. Я меняю, или еще да? Подожди. Да. Что там, Зиротель звезду, красава. Да, я забрал. Угу. Сразу разбиваем. Бегу скидывать. Следующий в звезду. Все, я скинул, иду менять. Рарник в звезду. Иди. Угу. Чем быстрее скинул, тем лучше. Сразу разбиваем. Следующий также звезду. Таймера не вижу, сука, притяжки. Кто видит? 10. Следующий звезду и не бить. Кто там? Ага. Так, этот не бьем. Ждем притяжку, готовимся. Вадикон резай вьюпсиня. Сразу иннер ему. Ставь тотем на ману. Зиротель гим на ману. Все, стоим. После взрыва также разбиваем склеп, следующую звезду. Бисер звезду. Милики ушли, чтоб бисер вас не заморозил. Ушли милики. Все, иди. Сразу разбить. После этого все склепы в сторону и фулл ДПС по боссу. Лет Шана, Риса и Бисера. Хорошо.
Иду, скину разок. В сторону, все склепы в сторону. И сразу... На ком там, сука, не вижу инсика. Вот, отлично. Фулл ДПС по боссу, просто зергаем. Геру давайте, кстати. Меня прохильте, пожалуйста. Прохильте, просто прохильте. Все, я иду. Я иду, иду, иду менять тянечку. Все в сторону. Лешана в сторону. Зиротель гим на ХП. И Випсин тоже. Равуст, кот, тресни этого бисера. Бисер, станешь... Бисер... Да, должны добить 700 тысяч. Что-то вообще, видишь, посыпались. Там 8 лямов было, можно, конечно, еще было почилить. Ну, там момент был просто, у меня... Если большого не было, обычно было. я дольше времени, еще целую притяжку жду. Клык жестокости. Опять 2 на воина. Да блять, сука. Ёбаные переключения языка, нахуй. Вот эта параша надо кому-то? Мы Лану и Профани убили с первого трая, Синдру убили. Да просто вы все нормально делаете, блять. Все, ну, блять. Счастливое, поднялся, светлое будущее. Вот это, да. Я что-то не помню, она вообще воинам подходит такая? Да, подходит. Ну, берите, нет, кому там надо эту хуйню. Да, нормально. Крит, ловкость, блять, заебись будет. АРП есть, блять, 60 целых. Кому надо, блядь, давайте быстрее. Ну, стресс? А на успех можно ролить? Да, можно. Не надо. У нас же тут шея есть, репы, которые... Да, да, чисто бичам, у которых офспеки какие-то, скильдонас, если шеи нету. Давайте, блядь, кому надо, аптекарь. Где ты? Я сейчас, я ресурсы бегу. Так, я аптекарь закинул, там смотрите, кому из вас нужнее, хуй знает. Два защитника тоже на стресс, да, даю? На лече шкаф поставьте. Только Вальку не сагрить. Да. Так, на стрессу закидываю, там уж похуй. Соберешь, блядь, три спека, армс, протовары, фурик. Осколка не было, да? Осколка не было. Так. Три спека, армс, протовары, фурик, будешь нахуй. Да. Ты 10, нахуй. Вы сумоните там прием? Убежать неохота. Ну а глядишь, что-то поменяется на Сирус, и это 10 будет гораздо лучше. Не, ну... Мне кажется, это 10. О, сумон есть. Не будет, да, наверное. Это... Если они трогать не будут, то он такой же, как Вулка, по-моему. Так, тут изи тактика, короче, слушаем. Тут единственное, что поменяли, если кто не в курсе, вальки быстрее теперь летают. Теперь их надо серьезнее бить, относиться к этому посерьезнее. Люди, которые в вальках, это могут быть хилы, РДД. Вот. Это очень важно. И еще она как-то криво хватать стала, одну вальку в одну сторону, две в другую летят. Ну, надо типа так, смотреть. Слава, чё? Напомни, пожалуйста, вот тем, кто очень давно не был. Я, конечно, немножко вспомнил, как тут было. Тут на первой фазе, когда мы бьем мобов, на ком-то появляется чума. Мы подбегаем к трэшу, да, чтобы этот, ну, перекинуть эту всю херь. Ага. Потом в определенный момент мы все в центр бегаемся. И потом, когда вальки подхватывают какого-нибудь из нашего чувака из группы, мы это все заливаем. Это основное, да? Да. База. Какие-то еще есть моменты? То, что я могу не помнить. Это кто говорит, на стресс? Да? Или кто? На стресс же говорит? Или кто? Да. Я просто очень давненько тут не был. Самое главное, что тебе надо знать, это вот вальки летят, да? Из звезды в кружок летят, да, такие три вальки. Твоя задача, когда говорит осквернение скорое, твоя задача съебать со стороны движения, с дороги движения валек. Не налить лужу. Чтобы лужу не налить, ни под вальками, ни перед вальками. Да. Ну, ни вот в этом кругу, который железным опоясан. То есть за круг, вынести за круг осквернение задачи, вот за вот эту территорию. Здесь в центре нельзя разливать ни танку, на танк тоже вешается. Никому нельзя, ни хилам, блядь, ебланить нельзя. Вот, когда что будет, вам скажут, блядь. Когда что стопать, кого бить. И если одна валька летит в одну сторону, РДДшная, РДД, 10 РДД, 3-й, 4-й пати, вы ее разъебываете приоритетом. Я веду лича, если нет искренения, я веду лича с двумя вальками, чтобы милики их кливали, максимально профитно это все было. Теперь по расстановке. Лич танчится в кружке. Отверну ебалом его, короче, в центр комнаты. Ты там этот про товар сам заберешь. На меня бдил, все как обычно. Это самое.
Ты знаешь, да, правило двух мобов, шаркающий маленький, если второй шаркающий вылез, маленьких уже не берешь, не бери, хоть сколько у тебя там таунт откадешится, не бери, проебешь, чума с маленького пойдет по рейду, заебемся, блядь. Ну, в принципе, там несложно исправить, но это РДД в треугольнике стоит, милики в кружке, чума, на ком говорят, ну, тоже не ждите анонс, смотрите тоже ваш дебаф, где вот сейчас это изнеможение висит, вот там, блядь, чума зеленая такое ебало появляется, но висит 15 секунд, через 5 секунд ваншотает вас, выносить в ромбик к протовару, диспелить будет кто? Плюс в рейд. Этот, Акисов качал? Да, проектули. Давай, бисер диспели. Акисов качал рассеивание духа, Акиса, тебе спек надо поменять, блядь. Потом как поменяем на божеский спек, а только это параша. Все, чек на пул. Так, запускаем. После этого идем в РС-ку. Если вдруг, ну, в принципе, там 23-22 можно убить, если вдруг у кого-то не будет. Угов добирать не хочу, что-то анролить, так, разберемся с лутом. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои очки. Так, 5 хилов там, Акиса, обращай внимание, значит, щит земли на мне по КД. Жене с душ, когда на меня кидается, волну закидывай с инфектом, потому что смотри, этот бисер там, если что. Вюпсень. Я кинул тактику на лича в гостиную, обязательно оцените. Короче, не стремайтесь, припоты секунду. Не стремайтесь там дух скинуть, какие-то сейвы, дефы, блядь. И башим. Ебаный лич, нахуй, долбоёб. Ходит как мудак, нахуй. Видишь, туда-сюда, блядь. Иди поспоришь. Короче, надеюсь, миликам удобно будет выносить. Значит, после заражения будет чума, смотрим внимательно. Вот, после смотрим на ком. Топа выноси. Диспел его. Обратно. Так, чума 5 секунд, готовимся. 3 секунды, 2. Готовимся, скоро чума. Смотрим на ком. Вюпсень выноси. Диспел. И обратно. Подъебало, не вставай, шаркающий ударную волну, да, сдохнешь нахуй. Спину шаркающего выноси. Шаркающий это высокий моб такой. А мобов без разницы, да, получается, где держать? Ну, вообще, да. Ну, чтобы главное вы донести до них успели, блядь. Чуму ебаную. 3 секунды чума, готовимся. Все, мелких больше не бери. Так, 1%, 1 секунда. Успеет, нет. Багаж, этот нахуй, хант, короче. Вот эту парашу просто уешьте. Все, на край зашли. Рассосались. Блять, духа заберу. Оттяну его немножко. Сферки кому сбивать? Сферки, хант. И давай этот, кто я там? И аптекарь давай. Хант и аптекарь помогаем. Ну, сейчас один собьешь, на второй фазе помогай этот самый. Блять, близко летят. Аптекарь, помогай. Да, нормально они летят. На второй фазе их просто будет, на второй переходке в два раза больше. Там будешь. Хорошо, я помогу. И башим. Ну да, чтобы это, спокойно, чтобы было. Диспельте чуму, пожалуйста. Все, диспелили? Нормально. Так, перед ебалом духа не бежать. Перед ебалом. А милики до переходки сферу могут бить? Не помню. Нихуя не понял, забей хуй. Вот эту сферу убейте. Все, перед ебалом не бежать. Все, дыхание было, бежать перед ебалом уже можно. Все, фулл ДПС по духу, духа добили. Все, встаем за спину лича. Сейчас будете примерно между кружком и порталом лететь к краю. Три вальки готовимся. Вот их схватило сейчас.
две роги и лог. А лог в конце был? Треугольник, блядь, в центре стоял, да, лог? Осквернение 5 секунд. Из подвалик ушли, милики все ушли из подвалик. Дал незыбку, захиливаем рейд. Вот сейчас осквернение разольем. И вот, отлично. И теперь смотрите. Теперь мы встаем на полукруг. От глыбы до портала. И дальше можно. Будет вальки и одновременно осквернение. Когда людей схватит, этот, паладины даем гнев небес. Замедление, каток, конус холода, всю хуйню. Как только увидели, где разлилась лужа, начинаем спокойно бить валик. Осквернение 3 секунды, вальки 2 секунды, блядь. Давайте. Рейндж все отошли. Вот осквернение. Осквернение на мне, отлично. Идеально. Валик фулл ДПС. Валик фулл ДПС. Их надо разбить, стан. Треугольник, ну фулл ДПС, ебаните. Туда били, нет? Хотя бы кружок добейте, блядь. Ясно, нахуй. Сейчас попробуем резнуть. Теперь смотрите. Сначала будет осквернение, с центра все ушли. Я сейчас подрастяну лича немножко туда. И после осквернения уже вернемся в центр. Значит, синтек вихор куресой. Аптекарь санрайза. Встаньте после заражения. Скоро заражение будет. Теперь в центр идем с личом. Если вас резнули. После заражения уже, после следующего встанете. Ровно да. за спину лича быстрее. Сейчас заражение... Да, Сейчас смотри, заражение пройдет сразу, вот это проходит. Вставайте оба. Захилы. Фулл ДПС по валькам. Осквернение 7 секунд. Фулл ДПС по валькам. Еще волну, наверное, побьем. Так, это третья, что ли? Так, Войда прохилим, сейчас Жнец ударит. Осквернение Вьюпсень. Молодец. Становимся, фулл ДПС по лечу. Блять, дайте Геру. Забываем про нее постоянно. Фулл ДПС полечу. Короче, будут вальки хватать через 5 секунд, а через 12 будет осквернение. Вот имейте в виду. Валик разбиваем и уже будем переводить лича на край. Так, 2%, 3% у лича. Валик схватило. Из-под валик ушли. Из-под валик ушли. Валик бьют РДД. У лича 1%. Осквернение смотрим, где нальется. Оставил осквернение. Идем к краю. Все, идем к краю к валькам. Добиваем валик. Валик, быстрее добейте. Там люди, сука, летят наши, блядь. Алло. Ну быстрее, блядь, ДПСте. Ромбик, нахуй. Хильте. Переводим. Готовимся давать мастера ауру на лед. Даю незыбку. Захитите заражение, нахуй. Алло. Ебашим. Вот. Прыгнули вперед. Захил. Быстрее не уронить. Инсика бабл нажми, блядь. Сдохни сейчас. Все, заебись. Вывезли, блядь. Сейчас... Короче, когда начнется фаза, через 3 секунды лич будет кастовать жатву душ. Что человеку делать в комнате, мы скажем. Вот, 5 хилов вы не должны проебать этого человека. Нужно его захилить. Все, кто могут подсобить, кинуть какую-то каплю, возложение рук, всю хуйню эту, среагировать, ну, будет только плюсом. Потому что вдруг хилы проебутся. Тут неизвестно. Следующий дух. Башим. Так, все на пулы в рейде, ханты, роги, сейчас четвертого духа на вара на пульте, вар, сейчас ты его полностью забираешь. Немножко сильно не бурстите, сейчас четвертого духа, вар забирает его. Так, это вар забирает, набирай агро. На пул все даем на вара, из-под ебала духа уйдите, я тоже уйду. Две сферы РДД, все в сферу, вот эту сферу, ну быстрее, сука, она сейчас откинет вас. Сука, гуси ебучие, нахуй вы на нее летите? Ладно, похуй. Это кто у нас, Акиса, Ванцент, ясно, Санрайза захил. 5 хилов нахуй надо, да, хилить? Дай зубы по Войду. Духа добивайте. Вадикон, резай Акису. Литшана... Осквернение. Сейчас после духов побежали на ту сторону. Это уже вторые, кстати, духи. Через центр не надо. По краю бежим. Вот осквернение оставили. Все, за лечом бежим. Так, ты Вадикон резнул. Акису, все хорошо. Тотем ставь сразу, зиотель гейм на ману. Спрятались за спиной лича, к обрыву, к спине лича встали. Духи сейчас летят, видите? Короче, на первую даю незыбку. Сука, незыбка КД что ли? Вот она откадешилась. Так. У тебя что по прожиму? ШВ есть?
Да, есть еще. У меня швейк еще есть. Секунда осквернения, сейчас не знаю, до духа, после духов будет. На следующий из духов вот на этих швей уже дашь. Все, двигаемся. Осквернение. От черепка отходим. Двигаемся за лечом, дамажим. Немножко притормозил, чтобы вы добежали. Дамажим. То же самое повторяем. Гладко, шел хилить. За Зиротеля захил. 5 хилов, блядь, давайте. Сука, первого проебали, пала, блядь, как бичи. Че он так высоко летит? Ебанутый, что ли, этот дух? Ясно, нахуй. Он куда-то в небо улетел, вы видели? Осквернение после духов уже. Хорошо, следующее будет осквернение. Все, съебываем. Уже вот этот парашу кастует, вы уже съебываетесь. Уже на ту сторону, вы должны вот здесь, перед моей спиной быть, блять, вот здесь вот. А, ну сейчас мне какие-нибудь, наверное, зубы нужны будут, по-моему. Да, какую-нибудь парашу. Давай, Зукля, выбегишь с баблом, если есть. Зукля есть? Выбежишь с баблом, встреть духов, помоги. О, видишь, заебись, охуенно. Все похуй, просто стоим, добиваем. Даже духов призовет. А, сейчас смотрите, рейндж немножко надо набрать, 5 секунд осквернения. Он может ебануть до каста духов его. Нет, после уже ебанет. Все, просто стоим, добиваем. Сейчас лужу разольет и добиваем 1% просто. Хуярим на мужика. Вот осквернение разлил. С него выбегаете, с осквернения быстрее. Ну выбегаете, сука, не стойте на краях, нахуй. Вот, все. Понерфили, сука, вот Геру бы так понерфили, нахуй, чтобы ее так бить, блять, легко было. Войд. Чё? Зайди в гостиную, посмотри тактику на лича. Офигенная. Чё там за тактика? Йо, всем, гайс, надо срочно по работе отойти. Это вот это, что ли? А, о. Не, сам внизу. Ёбаный лич, ёбаный рейд. Вальки летят в эту сторону. Выносите скорее стрелка с ебаным зеленым. Ёбаный круг, за который нельзя выходить. Нихуя не ясно, нахуй. Охуенная так. Да? А что это сейчас? Про что было все это? Ну там картинка, вот в Дискорде есть гостиная, такой текстовый канал. Там последнее сообщение, там картинка такая. И там вот эта вся хуйня написана, что я сказал. Ну, там в Пайнте нарисовано карандашом, нахуй. А, тактика охуенная. Ну, блядь. Раньше его вообще просто по кругу водили в конце. Сейчас уже все поменялось. Да так-то похую. Как водить вообще похую. Главное словить духов, чтобы... Потому что, знаешь, бывают бичи. Я сам когда-то с собой стоял, думаю, о, блядь, ДПСик же надо давать, нахуй. Стою, кастую, в меня дух прилетает, ваншот, нахуй. И мне говорят, Войд, ты долбоёб. Хули ты стоишь, нахуй, кастуешь? Надо же спрятаться, блядь. Короче, там Глора, блядь. По-любому мне на танка, нахуй. И правда, Глора. Ох, нихуя, извините. Чё, две Глоры, что ли? Нет, древковая. Древковая Глора. Извините, нескромный вопрос. Почему два человека мёртвые, а вас всех подняло? Да он должен был поднять, может, они отошли? Нет. А, реально поднял. Я не увидел, что мне предложило. Да, там должно было, конечно. Так, два... всех паладин в грани. Два завоевателя надо кому-то, пацаны? Да, давай. Надо. Вдруг что-то 110 сделают. Так, Зиротель. Те два закинуть, Зиротель? Ой, ебать. Или сколько тебе надо? Ну смотри, ему за 85 один и за меня 97 второй. Давай. Вы их точно носить будете? Чтобы, главное, чтобы это самое, чтобы хуйни не было. Да, я прям сейчас одну запряю себе. Да, что, мы уже врыскаете? Да, да, сейчас, секунду, вот эти две шмотки разберусь, кому закинуть, блядь. Думаю, Глору я хочу, блядь. Клятва надо кому-то? Кто там? Ровист? Ну, кот. Точно кот, коту, блядь. Хант арбалет в приоритете лутает. Это по-любому. Да, Хант, ты же согласен? С этой хуйней? Ну, типа... А типа, ну, покон... Бы... Это бис, то, что на меня идет. Это понятно, бис. Но кот лутает от этого напрямую, дамаг его увеличится. А у тебя, ну, не так много. У тебя от арбалета больше увеличится. Ты же согласен, да, с этой хуйней? Ты же это понимаешь? Ну, оно мне дает все статы, которые мне нужны. Блядь, да я не про статы, блядь. Там от урона пухи зависит урон кота, блядь, напрямую. И намного больше, чем от статов. Вот я тебе про чё говорю. Ты это понимаешь? Скажи да, понимаю, блядь.
Но он все равно не выиграл. Чего разница какая? Ровно. Да, не, я просто в пример, как если бы по консулу, я бы все равно коту бы отдавал. Этот. Кто он, блядь? Кто Глору хочет? Я хочу Глору, блядь. Какой я варк? Я хочу Глору. Ты хочешь? На стресс, да? Нет, Sunrise. Малефицист, ты у нас про товар, блядь, килованный. А ты хочешь? Я не помню, просто на воинов нужен. Ну, нужна Глора, нет. Мастерство, у тебя же на РПБ больше. Ну, если фурик, если фурик. Да, это круто все, но это скилловный протор. Короче, мне уступайте, да, Глору, я, блядь, одену. А проходка какая для РС? Короче, неважно, кому она нужна. Только 25-ка. На фул. Тут без вариантов. 25-ка. ЦЛК 25-ка на фул. Это танковская пуха, чё вы мозги бьете? Отдайте им Глору. Мастерство, это танковская хуйня. Это бисовая пуха на фурика во вторую руку. Не, ну да, на фурика бисовая, да. Чё, на стресс X, как ты думаешь? Заберу? Добери себе, я ещё успею взять. А это бисовая, может, на обычном лече, а здесь необычный леч. Чем здесь это? Ну, назови мне пуху, которая дает так же. Ну, например, топор здесь 10. Калибой! Мне какой-то мяч... Мяч кинули, блядь, с кожи, на, нахуй, обратно его. Я два троллейбоя. Два троллейбоя. Чем ну, давай, выбей два троллейбоя. Летите в эту ВРС-ку, сложность та же стоит, там, ставьте шкаф. Сейчас я протонусь, вчарюсь.